Это Оттава. Было у нас Августовская, заново косили эту Оттаву второй раз, и суховатая, ее в основном на продажу пихаем, потому что ее что-то, ну, не очень-то, хотя по сравнению с сеном, ну, во всяком случае, сырой сенаж лучше едят, и получается, как он, как силос. А так это уже... Ну, одно видео сниму, погрузка всех. Несколько машин, как бычок грузим. Не знаю, может, и отдельное сделаю. Будет там... заказчика возможность. Это все дело у заказчика. Ну, посмотрим. Нет, три раза. Ну, Игорек, как всегда, он диск лопнутый. Да. Запах такой идет на. Ну, перехватить хоть хочет, наверное. Морозец такой. Ну. Хочу показать, он уже до середины дошли, там видно будет, не видно. Рулоны три, рулон еще зеленой пленки осталось, и вот еще один ряд вот этот Оттавы. Вот он такой сенаж, это июньский первый, но вот он есть. Поверхностная плесень, но не так страшно. Да нахрен, давай 7 лучше, да? Просил 7. У тебя ножа нету, давай один посмотрим. Есть? Что будет? Ну да. Что, в зад пускай кинет, да? В середку?
второй рейс везем, но, правда, к другому заказчику. Морозит под 20. Сейчас Серега вскроет. Посмотрим, как он будет. Тракторок хороший, я его в Оржеве покупал. Мне нравится на него. Правда, проводку делали за 18 тысяч. Сюда здесь скрыть, да и все, маленько показать. Все как есть, так и есть, да? Да все, нормально. Вот было ремонтное место, прихватило, да нет, вроде. Больше 10 минут видео будет. Ну, отдельно сниму. Сегодня у нас какое? 8 декабря. Ага. Вон он трескается. Вот это вот Смоленский, да. На морозе. Он характерный, прям одно и то же. Вот и сниму, покажу. Вот там есть, он прям характерная такая, что лопнутый. Он сжимает, они трескаются. Вот это вот характерные трещины. Именно что он лопается, Стрэндж, именно на морозе. Это Смоленский, вот они. Мне такое подозрение, что это просто упаковочный Стрэндж. Пленка, а не именно агросинаж. Потому что вот немецкая лучше намного, то есть сразу чувствуется, что это... Ну, не такая, как, допустим, аванпаковская. Аванпаковская зеленая еще была терпима, но она не это, не тянулась. То есть было ее на 13 рулонов. Ее на 13 рулонов и хватало. А испанскую мы растягивали не на 20 рулонов, а на 40 рулонов. То есть она вот так вот тянулась. То есть именно стрейч показатель. И слои у ней... не отлеплялись. То есть, ну и вот здесь они не отлепляются. Сейчас Игорю скажу, чтоб с пачки захватил. Ну и на этом, наверное, закончим это видео. Вот он как может.